Здравствуйте, в эфире телеканала «Читасун новости», в студии Жандос Назарбаев, сурдоперевод Даурина Абдрасилова. На 98,3% исполнен бюджет Алматинской области за 2021 год. Об этом стало известно во время очередного заседания Маслихата под председательством Даулета Жарасбаева. По итогам прошлого года в области наблюдается устойчивое развитие промышленности и сельского хозяйства. Причем наибольшую долю в объеме бюджетных инвестиций занимает промышленная отрасль. Наряду с этим отмечается активный рост строительства. Введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья. Заметно возросла активность субъектов малого и среднего бизнеса. Вместе с тем на заседании Маслихата было заслушано и заключение ревизионной комиссии, выявившей ряд нарушений. Они касаются качественного планирования бюджета и увеличения собственных доходов, исключения формального подхода к разработке и реализации бюджетных программ. В текущем году в регионе планируется реализация государственных программ, в том числе АОЛ ЕЛБСГ и дорожная карта бизнеса 2025, в рамках которых продолжится строительство объектов здравоохранения, образования, спорта и других сфер. Жалпы был торгожила. В целом, хотелось бы отметить, что в прошлом году бюджет исполнялся по следующим приоритетным направлениям. Это индексация социальных выплат, снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, расходы на трудоустройство по программам «Дорожная карта бизнеса», «АУЛ ЕЛБСГИ» и другие проекты. В целом, исполнение бюджета по области составило 98,3%. Пойти на референдум и сделать свой выбор намерены сотрудники компании Marvel Food. Данное предприятие является одним из крупнейших в регионе. Сегодня на заводе по изготовлению макаронных изделий трудятся 850 человек. Все они жители города Кунаев. Коллектив предприятия готов принять активное участие в референдуме 5 июня. Сотрудники завода ознакомились со всеми поправками, которые планируется внести в Конституцию. И сегодня они выражают готовность к политическим переменам в стране и призывают всех сделать свой выбор. Мы поддерживаем референдум. Наше будущее нуждается в изменении ради наших детей, будущих поколений. Общество должно обновляться и меняться. Я пойду на референдум 5 июня и сделаю свой выбор. До республиканского референдума осталось всего несколько дней. В городе Талдыкурган для его проведения были созданы 58 избирательных участков. На сегодняшний день все они оснащены материально-технической базой. В Талдыкурганской средней школе гимназии номер 1 имени Абая создан 993 участок для проведения референдума. Здесь народное голосование начнется с 7 утра и продлится до 20:00 часов вечера. Для людей с особыми потребностями создан специальный уголок и отдельная кабина для принятия бюллетеней. Также для лиц, которые не имеют возможности посетить избирательные участки по состоянию здоровья, их голоса будут приняты на дому. По спискам местных исполнительных органов зарегистрировано 128 658 избирателей. Из 58 участков 4 считаются закрытыми. Они расположены в больницах и в воинских частях. Остальные 54 расположены на территории города в учебных заведениях, в Доме культуры и здании экологии. По всем участкам имеется 550 членов комиссии. Все они получили сертификаты, подтверждающие знания, политическую грамотность и возможность участвовать в республиканском референдуме. На нашем избирательном участке номер 993 зарегистрировано 2196 избирателей. Все списки уже сформированы. На сегодняшний день двое человек получили открепительные талоны. Семеро по состоянию здоровья голосовать будут дома. Цифры, конечно, еще могут измениться до 5 июня. 9 членов комиссии будут работать в день референдума. Все условия полностью созданы. Приоритет – качеству дошкольного образования. Министерство образования и науки намерено усилить требования к детским садам. Это связано с многочисленными сообщениями о жестоком обращении с детьми.
Более 10 лет назад в Казахстане было принято решение отказаться от лицензирования, госконтроля, мониторинга и регулирования деятельности детсадов. Меры были приняты для увеличения количества дошкольных учреждений. Эффект был достигнут. Охват детей от 3 до 6 лет возрос до 99%. Однако качество снизилось. По словам министра образования Асхата Аймагамбетова, часть детсадов открывалась в несоответствующих техническим и санитарным требованиям зданиях, без наличия квалифицированных специалистов и безопасных условий. Попытки вернуть лицензирование и госконтроль 2 года назад были безрезультативны. И только в конце прошлого года удалось ввести систему госаттестации. В результате выявлено, что 80% детских садов не соответствуют стандартам. А потому сегодня Министерство образования работает над возвращением лицензирования, проведением аттестации, обновлением содержания программ и повышением кадрового потенциала. Последние годы резко снизился конкурс на специальность воспитателя детского сада. В первую очередь это связано с заработной платой. Несмотря на ее ежегодное увеличение на 25%, из-за низкой базы она все еще не является достаточной. Сейчас мы начали пилотный проект в нескольких детских садах с 2 воспитателями на целый день, а не одним на полдня, с параллельным 2-кратным увеличением оплаты. По результатам пилота будет принято решение. Парк площадью более 2000 квадратных метров открылся в Аксумском районе. После проведенного благоустройства территорию отдыха в селе Аксум можно назвать одним из красивейших мест города. Его реконструкция проведена на средства мецената. Подробнее расскажет наш корреспондент. Айдын Сулеймен – инициатор проекта строительства парка в Аксумском районе. Совместно с исполнительной организацией «Вектор Строймонтаж» на добровольно-безвозмездной основе в селе Аксу построили первый парк. На его территории установлены скамейки и беседки. Предусмотрена и яркая зона развлечений для самых маленьких отдыхающих. Но главная особенность парка – трехъярусный, светящийся всеми цветами радуги фонтан. Он служит настоящим украшением пространства. В дальнейшем планируется подарить сельчанам еще один презент – физкультурно-оздоровительный комплекс, где каждый желающий может заниматься спортом. Данный парк, реконструкция была проведена на средства спонсора. Это Сулеймен Айдын Айканович. Дело в том, что корни его отсюда. Общая площадь застройки здесь 65 соток. Парк ориентирован на детей дошкольного, школьного возраста. И в целом будет являться центром притяжения сельчан, жителей села Аксу. В планах у нас сейчас строительство идет спортивного комплекса общей площадью 1500 квадратных метров. Там будут расположены залы для борцов, для боксеров, также общий большой зал для тренировок баскетбола и мини-футбола. С появлением очередной территории отдыха в Аксумском районе парковых зон теперь здесь насчитывается 7. Открытие новой очень символично, так как приурочено ко Дню защиты детей. Теперь каждый вечер не только маленькие жители, но и взрослое население Аксу смогут насладиться приятным времяпровождением. Открытие парка для нашего села – это одна из хороших новостей. Теперь у нас есть прекрасная возможность вечерней прохладой выйти на прогулку и, отдыхая в парке, есть мороженое с детьми. Хотелось бы поблагодарить всех, кто построил нам эту зону отдыха. С каждым годом село расширяется, все процветает. Как раз на летние каникулы приехали мои племянники, теперь нам есть где проводить вечерний отдых. Летние каникулы – пора веселья и развлечений. А праздничный день добавляет эмоций. И даже ветреная погода не помешала концертной программе, где взрослые на время превратили в сказочных героев и поздравили детей. Светлана Кондратенко, Жаир Курманбаев, телеканал «Жетсу», Аксумский район. Организовать время детворы в каникулярный период с умом и пользой помогают региональные школы и лагеря летнего отдыха детей. Преподаватели 763 учебных заведений решили восполнить пробелы в образовании и совместили приятное с полезным, объединив летний отдых с дополнительной учебой. Не оставили без внимания и оздоровительный отдых. Около 12 тысяч детей отправятся поправлять здоровье в самые живописные уголки Алматинской области, рассказывает Гульдана Амирова.
Пришкольные лагеря начали свою работу с 26 мая. Их главная задача – продолжить обучение детей и занять их свободное время. Вместо привычных занятий по школьному расписанию, теперь у детей будет возможность посещать их в любое удобное время. За изучение 4 основных предметов оценки ставить не будут, ведь основная цель – помощь в освоении пройденного и недопонятого материала за счет индивидуальной работы с учителями. Планируется и расширение кругозора детей в планах походы в музеи и в театры. Сейчас в Талдыкурганской школе имени Ломоносова на летнем семестре обучаются 1138 детей и 265 учеников старшего и среднего звена. У ребят нет времени на передышку, ведь захватывающий интертеймент погружает их в учебный процесс головой. Следует отметить и инициативу школьников читать книги, для чего были введены специальные минуты чтения. Я каждый день прихожу в пришкольный лагерь «Солнышко». В летней школе очень интересно. Мы играем в разные игры, проводим веселые старты, рисуем на асфальте мелом. Я хочу, чтобы таких пришкольных лагерях было очень много. Мне здесь очень нравится. В школе номер 21 в селе Утинай открыли 26 групп для более 700 учеников. Учебная программа включает в себя разные направления, так как составлялась она исходя из пожеланий школьников. Сюда вошли вокал, хореография, шахматы и новое направление мобилография. Желающие могут посетить уроки химии и физики в специально оборудованных лабораториях. Для учащихся первых, восьмых и десятых классах, начиная с 25 мая по 17 июня во всех школах области организованы летние школы. Летние школы организуются для того, чтобы учащиеся восполнили свои пробелы в знаниях. То есть ни для кого не секрет, что в условиях карантинных ограничений все наши школы обучались в онлайн-режиме. И вот чтобы восполнить потери в знаниях, мы организуем эти летние школы. Конечно, в летние школы учащиеся идут именно по своему желанию, а также по заявлению родителей. То есть школьная форма строгая, она не требуется, оценки в летней школе не ставятся, и в день организуются по 3-4 урока. То есть это именно хорошие условия для тех, кто хочет подтянуть свои знания. В области у нас всего 28 лагерей, но в этом году планируют функционировать только 21, из них 8 государственных. Также из фонда «Всеобуча» у нас выделены деньги свыше 500 миллионов. Это планируется охватить 12 тысяч детей. Благодаря созданным условиям лекции в летнее время проходят интересно и познавательно. Если летние школы проработают до 17 июня, то лагеря оздоровительного отдыха продолжат функционировать вплоть до конца августа. Созданные условия смогут помочь ученикам не только не забыть учебный материал за время каникул, но и подготовиться к новому учебному году. Гульдана Амирова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. На радость детям и их родителям. Начало лета знаменовалось проведением различных мероприятий для детворы Алматинской области. В Доме культуры Утинайского сельского округа организован бесплатный просмотр мультфильма «Соник». Зрители – дети из малообеспеченных и многодетных семей, всего более 400 ребятишек разного возраста. После киносеанса участников праздника ждал еще и сладкий сюрприз – мороженое. По словам организаторов, такая благотворительная работа проводится постоянно. Это стало доброй традицией и не только в честь Дня защиты детей. Особенно отрадно, что в стороне от таких мероприятий не остаются фермеры и предприниматели. Цель – порадовать детей, ведь это их праздник. Мы старались выбирать интересный мультфильм. Не секрет, что в многодетных семьях родители стараются уделять внимание всем своим детям, но не всегда могут водить их в кинотеатр. Я сам из многодетной семьи, поэтому прекрасно это понимаю. Поэтому мы решили сделать такой подарок, чтобы порадовать детей и их родителей. В Талдыкургане в стенах Дома культуры прошел 20-й областной конкурс юного творчества ЖТСУ «Жулдыздары-2022» на приз Акима области. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. В рамках года, посвященном подрастающему поколению, эта программа направлена на музыкально-эстетическое воспитание и поддержку молодых талантов. Торжественное мероприятие началось с вручения благодарственных писем и дипломов. На церемонии награждения собрали жители со всех уголков региона. 800 претендентов смогли попытать свою удачу, продемонстрировав выдающиеся таланты.
По 7 основным номинациям – эстрадный традиционный вокал, хореография, прикладное искусство, игра на музыкальном инструменте и рисование. Отметим, само состязание проходило в 2 тура. Первый районный отборочный, второй региональный. В этом году, когда мы празднуем еще День защиты детей, отрадно то, что 20-летний юбилейный конкурс на приз Акима Алматинской области состоялся именно в этот праздник, праздник детского творчества, где 800 участников нашей области принимали на отборочном туре. И лучшие из лучших сегодня награждались. Я бы хотел сказать, что это самый лучший проект, который уже 20-й год проходит. Продолжением состязания стала концертная программа и выставка, где гости смогли насладиться танцами, песнями и игрой на национальных инструментах, а также лицезреть картины юных и талантливых номинантов. Поддержать участников и поздравить их с успехами пришли известные деятели культуры – Сауля Ахмадиева, Кайрат Каблисанов, Газиза Абдиева и другие. Я учусь в 3-м классе, мне 9 лет, и я занимаюсь рукоделием. Особенно люблю плести из бус. Я получила 1-е место, потому что я долго трудилась и работала над этим. И я благодарна своей Апай, Алие Апай. Мероприятие завершилось раздачей путевок победителям на международный конкурс «Аккукершин», который пройдет в городе Нур-Султан. Там областные лауреаты и призеры смогут попытать свое счастье и показать свои сильные стороны не только на республиканском уровне, но и перед представителями других стран. Гульдана Амирова, Аблай Кутакбай, телеканал ЖТСУ. Ко Дню защиты детей рестораторы города Талдыкорган организовали благотворительный вечер для воспитанников детского дома «Айналайн». Более 100 детей в возрасте от 6 до 18 лет насладились всевозможными блюдами, шоу-программой и живой музыкой. Праздники «Хорошее настроение» подарили детворе знаменитые городские шоумены и артисты. Юные зрители оценили по достоинству исполнение музыкальных произведений и задорную игровую программу. Каждое выступление участников сопровождалось бурными овациями благодарных зрителей. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить каждого ребенка с этим замечательным праздником, День защитника детей. Также я хотел бы пожелать детишкам из детских домов, каждому обрести любящую семью, чтобы у них было светлое будущее. Наша задача их поддерживать в этом во всем, если не материально, хотя бы морально. Также хотел бы поблагодарить Ассоциацию рестораторов за активный вклад в это мероприятие. Я думаю, что надо почаще организовывать такое. И большое спасибо всем организаторам и всем участникам данного мероприятия. Поздравляю всех с праздником, с Днем защиты детей. Хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто рядом с нами всегда, делает такие прекрасные праздники. И хотелось бы сказать, этот год начался для нас особенно, так как этот год был признан годом детей. И нас всегда приглашают в разные рестораны и делают нам разные концерты. Белые платья, черные смокинги. В Талдыкургане организован благотворительный вечер бальных танцев. Он собрал множество любителей танго, вальсов и фокс-торов. На протяжении нескольких месяцев дебютанты овладевали техникой различных танцев, правилами этикета, изучали историю бала. Участники культурной программы, учащиеся школ, колледжей, университетов, а также представители госструктур. Репетиции с балетмейстерами принесли свои плоды. Публика по достоинству оценила неповторимое искусство танца в исполнении 35 пар. Подчеркнем, грандиозное мероприятие проходит уже в 5-й раз и в этом году считается юбилейным. Цель подобных вечеров – популяризация классической бальной культуры среди подрастающего поколения и развитие молодежной творческой среды. Культурные мероприятия поддержали порядка 10 меценатов. Отметим, все вырученные денежные средства направят на помощь малообеспеченным и нуждающимся семьям. На протяжении 2 месяцев наши дебютанты не только репетировали, готовились к сегодняшнему дню, также они выполняли всякие благотворительные акции. Это как озеленение города, экологические акции, помощь нуждающимся семьям, также одиноким престарелым. Очень много занимаюсь благотворительными детьми, именно слепыми детьми
и слабовидящими, а также по возможности помогаем слабослышащим и глухим детям. Я очень тронута тем, что мы сейчас это проводим накануне нового Казахстана. Это замечательно, накануне референдума. Я всем организаторам и гостям желаю добра, добра, светлых дней. Пусть процветает наш Талдыкурган и наш Казахстан. Около 300 военнослужащих десантно-штурмовых войск приняли присягу в поселке Жетыген. Одна из первых торжественных церемоний у новобранцев останется в памяти надолго. Поддержать будущих десантников, операторов ракетных комплексов, механиков и водителей гусеничных тягачей пришли родные и близкие молодых воинов. Также гости смогли ознакомиться с распорядком дня военнослужащих, казармами и 12 лабораторно-учебными аудиториями. Свои отработанные навыки на вооружении и военной технике смогли продемонстрировать солдаты. Восхитил и высококвалифицированный преподавательский состав из опытных офицеров. Стоит отметить, что каждый из бойцов ознакомился с историей и традициями своих подразделений, а впереди их ждет интенсивная учебная программа и освоение военно-учетных специальностей. Думаю, что каждый, кто здесь побывает, поймет, что такое воинский коллектив. Научится преодолевать трудности. В жизни эти приобретенные качества пригодятся. Сегодня я принял присягу и очень этим горд. Мы достойно выполним свой долг перед Родиной. К республиканским новостям. В столичном парке ЖТСУ открыт памятник главному герою легендарного произведения Бердыбека Сокмакпаева «Меня зовут Кожа». Автор идеи – писатель Жанболат Аупаев. По словам скульптора Азамата Талапхана, работа заняла почти 3 месяца. Общая высота памятника – 183 сантиметра. Он изготовлен вручную из бронзы и гранита. Напомним, «Меня зовут Кожа» – это произведение режиссера Абдуллы Карсакпаева. Вышло на экраны почти 60 лет назад. Символично, что монумент представили именно в Международный день защиты детей, поскольку персонаж повести – главный герой детства, пожалуй, каждого казахстанца. Ага, смотрите, сколько детей к вам подходят, хотят сфотографироваться с вами, вас узнают, вам это нравится, как ваши эмоции? Фильму исполняется 60 лет проката, а мне уже 71. Этот памятник каждому юному казахстанцу. Я очень рад, что его установили. Надеюсь, что каждый ребенок будет таким же любознательным, как маленький Кожа. На реализацию проекта и на его возведение потрачено 2,5 месяца. Самым сложным было, как отмечают специалисты, однозначно передать образ героя. Поэтому символично, что для отражения характера мальчика в бронзе выбрали тот момент, где юный Кожа сидит перед зеркалом. Мы все выросли на этом фильме. Стоит отметить, что данный фильм – один из немногих произведений, которые были признаны на зарубежных фестивалях. Нужно понимать, что это памятник не только в честь главного героя Кожи, но и в честь казахской детской литературы и детских фильмов. Ведь главный герой не Кожа, главный герой картины – каждый казахский ребенок. Особый вид спорта для особенных детей. Областной турнир по игре «Боча» прошел в Талдыкургане. В соревновании по адаптивному виду спорта приняли участие 20 детей с особыми потребностями. Мальчишки и девчонки с различными диагнозами, разделившись на 4 команды, показали, что, несмотря на их недуг, они могут заниматься спортом и побеждать. В прошлом году на День защиты детей между партией «Аманат» и общественным объединением «Мир равных возможностей» был заключен меморандум о сотрудничестве, результатом которого стало открытие в Талдыкургане спортивного кружка, где детей с ограниченными возможностями обучают игре в адаптивный вид спорта «Боча». У нас
нас есть сборная команда. Эта сборная команда 16 июня будет участвовать на республиканском чемпионате. Мы им желаем удачи, чтобы Алматинская область на первом месте были, чтобы победили, пришли с победой. Вот дети за этот год уже обучились, уже умеют работать, умеют уже играть в эту игру. И поздравляем с Днем защиты детей, всех детей нашей страны, родителей, чтобы у нас все дети были счастливыми. И когда дети счастливы, мы тоже счастливы. Республиканская многодневная велогонка на шоссе стартовала в Талгарском районе. В ней принимают участие порядка 100 юношей и девушек от 13 до 14 лет со всех регионов страны. На протяжении 3 дней спортсмены будут оспаривать звание лучшего. Торжественное открытие республиканских соревнований состоялось на базе специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по велоспорту имени Андрея Кивилева города Талгар. В первый день все участники соревновались в индивидуальной гонке на время. В дальнейшие дни велогонщиков ждет групповая дисциплина и гонка «Критериум», заявили представители областного центра развития массового спорта. Стоит отметить, на территории Талгара республиканские первенства проводятся не впервые, и на это есть масса причин. Талгар, вообще Алматинская область, очень так, климатическими условиями, дорожным покрытием, разнообразием трасс, очень интересные рельефы, поэтому ну, все гонщики со всего Казахстана с удовольствием к нам приезжают. Идущие спортсмены проводят сборы именно в Алматинской области. На сегодняшний день, не побоюсь этого слова, порядка 60-70% сборной Казахстана именно воспитанники Алматинской области. Весной, в конце марта в Таджикистане, в Душанбе прошел чемпионат Азии, где наши спортсмены, именно воспитанники Алматинской области, завоевали 5 золотых медалей. Многие спортсмены впервые участвуют в соревнованиях такого масштаба и делают свои первые шаги в мир профессионального спорта. Уроженец города Талгар Данил Третьяков занимается велоспортом на протяжении 4 лет и, несмотря на юный возраст, проявляет упорство и силу воли в достижении поставленных целей. Он не единственный велогонщик в семье. Выбор этого вида спорта – продолжение победных семейных традиций. Я выбрал велоспорт, потому что у меня, как сказать, семья занимается, у меня поколениями занимается велоспортом. И как-то меня с детства приучили, и мне понравился этот вид спорта. И поэтому я пришел в велоспорт. Я хочу попасть в профессиональную команду, хочу выиграть какие-то европейские гонки, например, Тур де Франс или Джиро де Италия, или чемпионат мира. Олимпийские игры тоже хочу выиграть. Республиканская многодневная велогонка на шоссе в Талгаре завершится 3 июня. Победители будут определены по каждой из 3 дисциплин – групповом, индивидуальном этапе, а также в кольцевой гонке. Аделя Кжаркенова, Ерболат Антелов, телеканал ЖИТСУ. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания.